И снова здравствуйте! Наконец-то, спустя несколько месяцев молчания, Витебский городской интернет-портал «Город Витебск Бай» рад снова освещать для вас мероприятия нашего города. И сегодня мы находимся на дне белорусского бренда. Сегодня мы впервые проводим День белорусского бренда. Слово «мы» здесь вот очень много организаторов и партнеров. Спасибо вот этим замечательным нашим партнерам, потому что без них бы не получилось никакого мероприятия. Вот. И особо вот выделю центр маркетинга, и особо выделю управление образованием, потому что оттуда вот шли вместе с нами какие-то инициативные вещи. У нас есть все, чем мы можем сами гордиться. Поэтому мы даже взяли такой вот слоган «Свои среди своих». Марка. Генеральный директор Николай Васильевич Мартынов на сцене. Вручаем награду. И предоставляем микрофон для того, чтобы вы могли также сказать свое ответное слово. Во-первых, хочу сказать слова благодарности за то, что наш бренд выбран молодежью. Это обязывает. Мы второй год этот бренд года молодежный завоевываем, поэтому это наших модельеров и в целом коллективы обязывает трудиться лучше и лучше, потому что молодежь – это наше будущее. И за это будущее, я думаю, что мы вместе должны и бороться, и трудиться, и жить. Всех благ всем. Спасибо. Здесь очень интересное сочетание и наших и традиционных ремесленников, с которыми можно пообщаться, посмотреть на то, что они делают своими руками, и молодой замечательной инициативы. Здесь представлены проекты ребят, которые уже известны во всей республике, и сегодня с ними может познакомиться и город Витебск. Я уверен в том всегда, что тот человек, который начинает свой жизненный путь с рабочей профессии, с него получится хороший начальник, и генеральный директор, и директор, и начальник цеха, потому что он сам понимает, как работают рабочие, он никогда рабочего не обидит. Поэтому мне это очень приятно. Задача уникальная выделена, скажем, самое главное – это общение на уровне конструктивного диалога, кто учится создавать бренды, кто создает бренды. Вот так.